Добрый день, друзья дорогие, это у нас 7 Days to Die, это Женя Уголек, это Олег Эффектная Аппетитная Женщина. Ну, спасибо. Ну, как есть, уж как есть. Все те же скины. Все те же скины, да. А мы, в общем, уходим туда в пустоши, или куда мы уходим? Да. И очень опасные. Однако, здравствуйте. А игра-то обновилась, вы забыли сказать очень важную новость. Да, кстати, да. Это наши сохранки с тех похождений, к сожалению, уже не активны. Увы, увы. Билд нестабильный. Да, настроение хорошее, значит, надо выживать. Правильно? Точно. Оптимизация неплохая, но тут у меня немножко... Пока все хорошо. О, я знаю, куда мы пойдем. Куда ты так резала? Удиви. Ты ломанул, прям ломанул куда-то. Да, слушай, полетела женщина. Опа. Смотрите, что тут есть. На крыльях людей бежит. Что ты бегаешь? Осторожно. Navisgame National Forest. Это такой лес, серьезный, из домов или что? А мы можем туда попасть? А вот, смотри, внутри можно. Пацаны! О, точно нашли. Машина военная. Погнали. Нихера. Эй, нифига, у меня лагануло. Это нормально? Это нормально. То, что у меня лагануло, это нормально. Чего есть? Обыскать сломанный верх. Что есть? Слушай, а что это? Заперто. Я нашел какие-то свинцовые грузила. Что меня бьют? Меня уже зомбарь бьет, пока я там Алекс, осторожно. Шмонался. Господи. Пока я там шмонал, меня же зомбарь отоварил. Нормально, да? Товарь, да. Отоварил меня. Отоварил тебя. Тебя. Так. Слушай, Жень, не хочу у тебя спрашивать, ты где? Я здесь. Блин, тут зомбарей полно, тихо. Живи. Вот где я. Блин, машина вообще бомба. Не открывай дверь, не дай бог. Там очень много зомбарей. Не дай бог, ты откроешь эту машину. А я не могу туда. Алекс, садись за руль, поехали отсюда. Я высадился. Поехали, я с удовольствием. Женёха, где ты есть-то? Да здесь вот я. Жень, что ты там делал, а? Ну что ты там делал? Пока на нас тут нападали зомби, мы тут отбивались героически. Зачем? Нет, ну давай я хотя бы одну бью. Ой, блин. Давай будем поодиночку. Ты хочешь ее поодиночку, да? О, вот и Женя появился. Неплохо говорил я здесь. Женек, смотри, какая тачка. Я вижу. Давай, Женек, угоняй. Ну не заведем же, ну. Угоняй. Блин, офигенная локация, слушайте. Неплохо. О, пацаны долбятся. Лишь бы те лезут, да? Это уже не то, это не наша пати. Сосисочная пати — это не наша поль. Нет, не наш профил. Не наш профил. Профил не наш. Не наш профайл, да? Нет, не... Свинцовое грузило. Зачем оно мне? Ну кто же виноват? Скорей. Что еще есть интересного? Что происходит, бля? Просто окошко. Мясо. Народ, чего с вами творится? Все шмонаем, короче. Все шмонаем. Все лутаем, все шмонаем. Дверь заперта. Ты откуда вышел? Ты откуда вышел? Что он тут делал один? Здрасте. Что он тут? Подошли три непонятных тела, залутали. Нормально. Не убили, а убили. Эй, народ, а это вы... Есть что в шкафах, Олег? Да вот проверяю. Латунный радиатор нужен? Нет. Ну, сдадим металлолом. Даже не знаю, что тебе... Латунный радиатор. Я возьму латунный радиатор. Народ, я колодец нашел. Колодец. О, может спуститься. Обыскать старый мусор. Где вы есть? А, вот. Мы вышли. Я нашел гвозди, я нашел кубок. Гамас! Народ, поприкройте меня, я тут лутаюсь пока. Железо нашел, вот нормально все. Поприкройте меня. Так, смотри, есть еще второе задание. Слушай, там курица бегает, ничего страшного. Это нормально. Ну, это хорошо, что она бегает пока. Хорошо, что бегает, да. Да, там мы долго курица будем, да? Смотри, какой интересный зомбарь, смотри. Блин, смотри, какой оригинальный зомбарь. Он какой-то обгоревший. Уж больно. Это солнце Сочи. Да, это он явно перезагорал. Солнце Сочи, только не для вас. Для кого? Я вот тоже хотел спросить, да. Простите нас, Жень. Ой-ой-ой-ой-ой. Тонкий лед, а? Под ногами. На любимой попе, да? Так. Как вы вообще туда попали, а? О, грифони! Грифони, это я люблю. У меня одного подфризывает, или это нормально? Немножко, да. У меня тоже бывает периодически. Да иди ты нахер! Ну? Не пойду я здесь. Да я грифон. Я грифону, блядь, обоссанному. Я грифону. Я грифону. Да я уйди грифону, ты, цапля ты необщипанная, блядь. Иди отсюда. На. Нет, постой, посмотри, как я умираю. Давай. Вот это, о, а? Это я думал, ты зомби, извини, Жень. Ну, я практически перепутал. Уже смотри, вон грифони сидит, еще один там. Он грифони. Да хрен с ним. Давай взорвем, уфу, сломаем эту дверь. Давай взорвем. Давай его лучше не беси его, не зли его. Ну, что вы там? Есть чем бить-то. А, о. Битнер, Австрия, да. Мертвый гриф. Долбись, Алекс. А, ты долбишь. Я не могу, вы здесь стоите. Вы тут стоите и мешаете мне. Я бы рад долбить, Алекс. Нормально, да?
Долбись, Олег! Долбись, давай скорее! Быстрее, долбись, а мы долбимся, скорее, смотри, мы же долбимся. Это как в песне, да? Долбись. Я понимаю, но вы же... Эй, зомби, зомби, зайди, идет там, скорее же, зомби! Нихуя, Далек, такого не было раньше. Молодой. Новый какой-то. Я поем. Пожалуй. Давай. Поешь, пожалуй. Поешь. Ешь, только не жалась. Саша, так, а мы там не пролезем, да? Да, смотри, вон там грифоний сидит, Алекс. Аккуратно. Блядь, гриф! Сука, ты чё, птица общипанная хрень? Как много всего. Птица общипанная хрень. Эй, смотрите. А, не, не. Экспрессия. А чё вы не сделали себе там этих топоров? А некогда было делать-то. Да. Некогда. Сейчас всё сделаем. Говно случается, конечно, что ж поделать. Говно случается. И не случается. Ну вы прорубили там окно? Нет, тебя ждем. Без тебя мы не можем рубить. Ну давайте, как-то надо очень долго рубиться. Что там за звуки-то? Ну давайте, вот уже рядом, мы уже близко. Это кстати. Звуки Ахигао. 42. Ой. А я смотрю, юмор все продолжается. Ой, твою мать. Здорово. Здорово, чел. Эй, они вываливаются, они просто выпадают. Вы мразь. Мракобесы. Смотри, не упади, не упади с дома. Смотри, не упади. Смотри, не упади. А он сюда за нами, интересно, пойдет? За тобой угольком, да. Гардемарин. А что за фризы, блядь, я не понимаю. Не знаю. Что за лаги? Сбей его отсюда. Опа. Давай, давай, аккуратно. Я могу. Пинай, пинай его. Пинай, пинай его. Все, упал. Отлично. Пинай, пинай. Так, да буду-ка я немножко дерево, потому что это... Мама, пинай. Пинай его, пинай. Пинай, лава, пинай. Его, пинай. Шарким огнем. Подожди, вот тут что-то... Про что? О, лаба целая, нифига. Кто про что? Я вот прошел. Ты прошел. Лаба целая. Пинай его, пинай. Шарким огнем, все правильно. Ты правильно, я все спил абсолютно правильно. Все, что мог, все так, спил. Все, что мог, все спил. Все, что знал. А вы все лута... О, компы, нифига, бонг. О, нифига себе, действительно. Компьютер бонг. Возьми оттуда видяку, может, денег стоит. Компьютер бонг. Может, блин, заработаем еще. Я кофе нашел. Я нашел кофе. Нашел 12 бумажек. Кофейные зерна. Так, да, слушай, камни бы найти где-то, а, ну это печально вообще. Слушай, с камнями. Тут еще есть ход вниз. Так камни. Я пошел вниз. Тут еще вниз есть? Да, вот. Куда я потом спустился, тут какой-то, тут, блин, половичный зомби. И что ты убежал? Бля, там еще двое. Бля. Вас жду. Жду вас, потому что один я тут не сдюжу. Поэтому жду вас. Что ты сделаешь? Не сдюжишь? Ну конечно. Не сдюжишь. Я что-то сдюжишь. Я не сдюжишь или не сдюжишь. Вот что вопрос. Жить где? Я добываю немножко вам ресурсов. Ты добываешь. Иди сдюживай. Потому мы тут не дюжим, Жень. Мы не сможем. У нас дюж, не совсем не дюжите. Сейчас демотиватор такой, да, у нас не получится. Жень. Мы не дюжим. Так, бегу. Сейчас попробуем. Я вам хочу инструменты. Я хочу инструменты вам выдать. Я убежал, потому что у меня здоровья мало. Покушай, я тебе могу что-то. И мне надо попить. Дай что-нибудь ему. Мне надо попить. А чё ты убежал, вот мне интересно, иди долби. Я побежал, потому что я один там точно с ними не справлюсь. Это 100%. Я хочу дать вам немножко инструментов просто. Я хочу вам дать. Эй, там зомби тихо. Тихо, ты чё, алё? Чё, борзил? Сука, хигау обоссаны, бля. Убежали. А у меня сломалось, всё, что было, всё сломалось. Алекс, это ты упал? А, нет. Да нет, это с частью. Алекс, это ты упал. А ты бы, видимо, этого очень хотел, да? Нет, почему? Чё за мысли, я не понимаю, чё за мысли странные? С надеждой такой спросил просто. А, ну жаль, типа, да, не упал. Слушай, Жень, ты там скрафтил все, что хотел. Нет, дай вообще. Нам топоров, что ты? Дай нам, подождите вы. Немножко топориков. Подождите вы. Подождите вы сейчас со своими. Время придет. Что ты долбишь? Там ничего нету, Жень. Там зомби. Да есть, там половинка такой. Его, ни хрена. Ты долбишь, говорит. Ты его башку оторвал. Что ты долбишь, там нет никого. Давай. Что давай-то сразу? Топор давай. Давай, да, нечем давай, давать пока, надо ресурсов нет, давай. Так ты ж бегал, собирал, мы ж в подвал хотели с тобой бегал, сходить. Собирал. А мы чем ты занимаешься, пока я бегал, собирал? Бля. Давайте, бегом, бегом. Народ, тут очень много зомби обгоревших. Давайте быстренько в подвал, что вы там? Нельзя в подвал идти, там очень много зомби обгоревших. Не ходи в подвал, не ходи. Нельзя, нельзя, нельзя. Так они с подвала уже все пришли сюда. Так они вот ходят же. О, здесь прокопы. Нифига. Тут подземный прокоп. Прокоп тут Иваныч. Лут, ребят, я нашел лут хороший. Какой? Серьезный, хороший? Хороший, да, ружье нашел. Да ни хрена себе. Хера ты там лутаешься? Смотри, ну, я не знаю, где вы эти сиськи мете там. Так, использовать. Вот же я обошел. Вот. Сиськи мете. Вот, лутай, смотри, боеприпасы, хуйня вся.
Все мое. Ого, серьезно, внизу так есть. Я патроны нашел. Дай патроны, у тебя какие, красненькие, дай мне. Ну бери, 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 вот я скину. Красненькие, зелененькие. Алоэ, о. Алло. Алоэ. Скиньте мне кто-нибудь что-нибудь. Что-нибудь из оружия, пожалуйста, скиньте мне. А, 7.62, вот смотри, ящик оружейный, долби его. Что, скинь, его долбить надо, скинь. Скинь его, классное. Главное, чтобы костюмчик сидел. Расы. Ну что ты нас обзываешь? Ну мы же такие хорошие. Жень, ну блин, ну грубо же, Жень. Даже не извините. Не что? Друзья. Женя, где ты? Да там же, где и вы. Жень, иди помогай. В жопе, да? Жень, мы в подвале, я тебе говорил, спустись. Я не могу туда спуститься, тут зомби везде, спустись. Да наплюйте на них, просто иди. У меня хп даже нету. Наплюй на них, иди. Просто иди. Давай сейчас смотри, там точно что-то есть, смотри. Просто иди. Давай, долби. Долби, давай. Долби. Что за предъявы там? Долби, давай. Не спи, долби. Опаньки, обыскать. Давай. Ну, скажи, что там. Спусковой механизм, модификация автоматическая. Ну, допустим, подвал. Ну, ладно, я его возьму. А так все. Ну, допустим, уже все. А, остался ну, еще допустим, один. Да. Все, все, что было. Пролетарий остался. Вы что пролетарий-то не открываете? Мы задолбились того ящика очень долго. А-а-а. Угу. Че, мне ничего не оставили, да? Пролетарск. А там ничего и не было. Там ничего интересного особо. Я не успел на лут. К сожалению, я пока шел, я на лут не успел. Давай, что там? Что там, Жень? Ой-ой-ой, каркас и куб или. Да, модификация какая-нибудь небось, да. Нет, 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 к сожалению, нет. Ну, такое себе. Ну да, ну, я ждал себе, другого, да, но ладно. Да, такое себе. Ладно, хорошо, тогда пошли. Все мы от этого мира ожидаем чего-то другого. Чего-то другого. Помойка. А вот смотри, вылезти можно, да? Оба пипас. Постарайся. Нет, ты там не вылезешь, наверное. Почему? Можно? Ты пролезешь? Ну, а контрол и вперед. У меня есть боеприпасы, кстати. Модификация железолом. И у меня модификация. Если будет кирка, то можно замутить железолом. Нету. Так мы же только начали. Подожди. Ну, так-то да. Так, что мы здесь еще не лутали? Вот это здание, по-моему. Это всего лишь начало, да? А мы уже тут все полутали, кстати. Да. Ну, слушай, я предлагаю идти в другой дом. Спасибо этому дому, пошли к другому. Вот. Подожди, а в этом справа мы не были, по факту. А вот в гараже-то мы были? Вот в этом мы не были. Вот заперто, смотрите. Серьезно? По-моему, да. Или там какая-то лаборатория. Мы же там на крыше же, помнишь, заходили? А, мы на крыше были, а в нем не были, да? А в ком мы были уже? А вот... А, не, в лаборатории же мы были. О, доски. Мы же были в лаборатории-то в этой. Доски, были. Порох. Да, мы тут были, слушай, подожди. Хорошая тема. Мы были точно там, где не были еще? Да, мы были в гараже, мы были в лаборатории. Мы же не были там еще, мы могли быть там. Вот здесь мы не были. А, мы сюда так и не попали. Блин, ну если мы тут были, то когда мы тут не были-то? Когда мы были, тогда мы там не были. Мы когда-то же здесь не были, это, видимо, вот тогда, когда были. А зачем ты ломаешь, мы здесь уже? Как вы туда попали? Я дверь ломаю. Стоит, как... ломает дверь. Я дверь ломаю, блин, нормально. Ладно, давайте уже отсюда куда-нибудь. Надо давайте, я тоже свалю. Выдвигаться потихоньку. Этот сатанизм с этими вещами, да хорошо, не доведет. Так, пошли, 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 пошли. Надо уже куда-нибудь выдвигаться. Куда-нибудь, где лут. Так, лут. Желательно куда-нибудь, где лут. Посмотрим, посмотрим. А на карте лута не видно, наверное. Фу, я устал. Устал. Я устал. Сейчас скажете, Олег, только 15 минут прошло. А ты уже стал? Металл, блять, вариант. Да, металл, добывай. Давай. Я бы дерево вы пока не капает. Вы будете очень долго делать. Вот эту херню тоже надо, да. Так, мне не хватает маленького камня. А, у меня же доски есть, что я ебу мозги. Камень нужен, камень, камень, камень. Блин, а где, я уже все забыл, к черту. А, вот крафт. Крафт? Блин, деревянная дубина. Правой кнопкой. А мне же не дубина нужна, правильно? Тебе нужен топор. Точно. Точно, Шерлок. Так. Спальник. Тогда мне камни. У тебя есть камни, кстати? Вон валяются под ногами прям. Вижу. Оно какое-то все рябое, блядь. Я уже... Да, вот потому что да. Потому что да. И не поспоришь, блядь. И не поспоришь, я действительно с тобой как-то тяжело спорить. А трава с такими есть. Фактами. А трава фактами запрещена. В смысле запрещена? Я про нормальную говорю. Я про... Да. Вот же камни под ногами. Да вижу я. Все, да камни вижу я. Лук простейший, блядь. Просто простейший какой лук. Простейший, просто говно просто какой-то. Самый простой лук. Из палки. Из самый жопы. Непростейший. Так, деревянная типа, дубина типа, будет типа, получше, типа. Да? Говно и палки просто. Дубина. Это кто хмыкнул сейчас? Стаиросовая. Кого убить? А что за агро сразу резко-то такой? У дубину сделал все теперь? Женя, а добреньким не надо здесь быть. Надо быть жестким. Жестким таким, блядь. Понимаешь, и все. Кем, мудаком? Каждый подумает о своем. И сделает вывод.
Так, сделаю я-ка еще топор. Так, я предлагаю выдвиг... Да, и мне скинь. Сделай, в смысле мне скинь? А как же самообучение? Самообучение? Самообучение, смотри, будет потом. Найди... Скинь мне, пожалуйста, топорик. Не надо найди, это будет очень долго. Пойдем лучше. Так это ж суть игры, найди, скрафти. Суть игры полутаться, да. Пойдем полутаемся где-нибудь в другую. Только топорик мне, пожалуйста, скинь. У меня один. У тебя все равно два, какая разница? Слушай, чтобы посмотреть твои глаза, мне нужно присесть, Алекс, но это несправедливо. Беда. Ладно. Ладно, я там вижу дом. Пошли. Шайся. Обыскать. Гора мусора. Гора мусора. Гора мусора. Обыщи гору мусора. Нифига себе. Олег, дай мне топор. Женя, обыщи гору мусора. Я хочу вам сложно, что ли? Господи, ну что ж такие вредные? Что нам стоит дом построить? Ну ладно, не хотите, не надо. А что делаешь ты, расскажи на геймплей. Я бегаю. Я тоже. Ищу лут. Все бегают, Олег. Все бегают. У меня недостаток выносливости. Кто не бегает, тот не живет, не лутает. Тот не ест. Зачем ты ломаешься, если можешь зайти просто так? Я хочу и через окно зайти. А, извините, что помешал. Зачем ты ломаешь, если можно зайти просто так? Бля, там что-то это, беда какая-то. Ну как тебе сказать? Сравнительно! Вы проваливаетесь сквозь дом. Дом, который построил дебил. Блин, хотел бы я быть таким дебилом-строителем, который дома строит. Ну, нормальный, в смысле. Хотел бы я быть таким дебилом, чтобы строить нормальные дома. Чтобы строить дома, да? Бизнес, пати. Что-то я еды нашел. Без кровати. Так, Алекс, давай, делись. Алекс, быстрее. Итальянской пасты. Я хочу твоей итальянской пасты, давай. Без ужас. Замути мне бешамель, блядь, давай. Я бы тебе не советовал, знаешь, итальянской пасты пробовать. Чего? Честно, откровенно тебе скажу. Моя итальянская. Как топор мой, так ты аж... Итальянская паста. Нормально, а как попросить пасты? Нет, все, не надо. Пожалуйста, но иди сюда, и я тебе дам пасты. Для друга пасты не жалко. Все, что хочешь, дам. И пасту. Для друга пасты или для друга пасты? Для друга пасты не жалко. Для друга пасты. О. Итальянской причем. Короче, я вас жду на улице, не знаю, что вы там. Давай выйдем из этого сада. Блин, тут что-то ничего нет, хрень какая-то. Пойдем дальше. Так, что, погнали? Погнали. Все, пошли торговца, посмотрим, где он там. Давай, торговец, 260 метров. Но до него еще полутаться можно нехило. Ну... На, сука. Если что, мы его можем что-то купить, я думаю. А у нас денег нет, Жек. Ну, мы продадим. Зацените, хлам, какой дом. Смотрите, слева какая домина. Ни хрена себе, пойдем. О, нормально, мы так залетели. Так, опять шмотничество это начинается. Что делать? А это всегда нужно, Жень, это всегда надо. Ай-яй-яй. А вот тут вход есть. Я нашел вход. Это хорошо. Так, да. Еда! Полно еды. Еда, это хорошо. Еда это нам понадобится. Черника. Бля, меня кто-то бьет, пока я тут едой лутаю, сука. Тихо, бля, тихо. Ты что, дурной, что ли? Дурак, что ли, а? Дебил! Сосун, что херел. Ой-ой-ой. Черт, все плохо. Мне все нормально. Слушайте, сдохну. А свет моргает, у них где-то генератор рабочий. Блять, я сдох! Твою мать! У них где-то есть генератор. Не успел похилиться, блин, пока генератор, я там лутался. Погоди, да, у генератор. Них свет рабочий тут, нормально. А где вы есть? А вы в доме? На втором этаже. А, вижу. Я в подвале. Ух ты! Обычно генератор где-то в подвале. Ёпта, блядь, я тебя не узнал сразу. Ебать, копать, блин. Уголёк, парень, уголёк. Что там есть? Боеприпасы. Какие? Ты не берешь, это патроны хорошие? Вы чё, блин? Тихо. Женя, бежим на помощь. Алекс, зажги факел, пожалуйста. Ничего не видно, а? Факел зажги, пожалуйста. Только с факелом здесь, иначе нельзя, да. Да, темно. Женя, где ты? Дай знак. Фонари не помогают. Вот здесь, вот. Ёпта. Фу. Что, ты предлагаешь выйти туда? Я что пока тут? Ничего не предлагал еще. Так, наверное, где-то должны быть у них нычки тут, что ли. Но как только, я тебе сразу предложу. Кого? Сам залутаешь. Предложь тебе. Ты куда стреляешь, скажи мне? Там я вот пытаюсь есть. Понять, куда я таким образом смогу дойти. Смотрите, как нет, высоко. Нет, ну, это вообще-то, конечно. На самую высь ты можешь подняться. Конечно, опа, опа. Вариант, но, о. Блин, я боюсь, что этот вариант... Шел нахер! О, это в ящике какой-то в камине. Да я видел, да. Падла, блядь, смердячая. Лутай, бей его, пока он меня не убил. Давай. Я пытаюсь. Спокойно, это я. Тихо. Ой, недостаток выносливости. Хорош. 320 хп за один выстрел, блядь, нихера. А, неплохо. Нормально, да. Неплохо. Куда? Аккуратно. Сзади. Вижу.
Ты чё, усталость, капец, я устал очень. Да, я согласен. Устал. Тихо. Я устал. Устал. Да я лежи, хочу не любви. Не вставай, дурень. Так, ребят, лежи осторожно. Же. Здесь, походу, мы нычку нашли с вами. Да, но надо как-то перепрыгнуть вот туда вот. Надо подлечиться. Нет, много лута. Если надо было море лута. Море. Если бы море было лутом. Да. Слушай, о, что там у нас? Что там? Булыжники 17 заберем, ну, надо? Санина всякая. Ну. Да, говно. Бери. Да, так, давай посмотрим. Можно... Смотри, вон тут пойдем слева. Вниз. Вот там слева, вот ящики будет лутабельные, которые надо лутать. Вариант, давай. Хоп. Шотган и еще что-то, по-моему, еда. Шотган Мессайя, да. Мессайя. Так, здесь что? Говно. О, пошло дело. Так, патрончики. Угу. Модификация полка для стрельбы. Точность лука увели. У лука кого-то есть? Ну, нет. Говна кусок. Алекс, я тебе сэндвич нашел. Спасибо, не надо. Чего? У меня не полно тут еды. У меня еды полно, я внизу. Если что, Алекс, то я внизу и тут обалдевший. Я тебе сэндвич нашел. С мазиком, как любите. Женя, вот внизу, смотри, притормозил. Да, бегу, бегу уже. Так. Что за говно? Притормози. О! Торможу. Отлично, отлично, бин. А, это наручи. Алекс, у меня для тебя наручи есть. Спасибо, не надо. Че ругаться-то сразу? В смысле, а че ругаться? Наручи бить можно тут. А, оружие. Я, ругаться. Я птичку нашел. Че там, Женек? Вот это хорошо. Есть ничего. Наручи только тоже. Там наручи где? 7 патронов, если ой, что. Да? Блять, я упал куда-то. Патроны 7. А. 7,62, если что, патроны. Я немножко нашел. Если... Че, дурак, что ли, мука совсем? Уф-уф-уф, разлагающееся, блин, мясо мне надо. Алекс, держи так сэндвич. Ты уже взял? Не надо, спасибо. Чего? У меня есть. У меня полно. Держи меня сэндвич. Полно. Жень, бери ты тогда. Давай я возьму сэндвич. У меня еды просто дофига, реально. У меня ее просто до... Где сэндвич-то? А вот под Алексом лежит. А, со срамом? О, нычечка. Давай ищи. Я тут уже был. Клей, это я возьму. Помнишь, нам нужно было в тех сериях клей? Да, 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 клей. Все, нужен. Это, трубы, бери, бери. Клей, я теперь уже собираю, уже знаю. Трубы, надо клей брать. Так, буфет не... А что буфет не тронут? Ну, в принципе... Кожаная обмотка 4-го левела валяется. Хризантему нашел, нормально. Кожаная обмотка? Возьмите. Подолбитесь. Чё, алё? Совсем нам и так неплохо. Возьмите, подолбитесь. Сомнительное предложение. Так, в этом доме все уже. Да, надо выходить к торговцу бежать, потому что полные карманы лута надо продавать. Надо торговать. Стоял его, стоял, что-то там это. Бил его. Я подошел, ударил раз. Ага, я его обратно встал. Ну да, 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 конечно. Ай-яй-яй. Я стоял, что бил, да. Пойдем на к торговцу. Пошли. Там как раз и ночь пройдет. Ну, вообще-то ночью к нему идти, наверное, не очень хорошо будет. Хотя нет, уже, это, наверное, дверная ручка и грузики. И булгур. Так, починить. 220 метров, да, где-то там. Давай, а давай, тут прям целый город, опять же, целый городишко. Ну, он такой бомжатский, тут лут плохой. А что так решил? Ну, потому что он сгоревший город, здесь что ценного? Собачья, о, собачья будка. Да. Тихо, 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 вон там зомби идет. А. Слушай, давайте дойдем, наверное, все-таки, пошли, темнеет. Пойдем, давай внимание не будем обращать. Сейчас будет тьма тьмущая. Пойдем, пойдем. И зомби будет тьма тьмущая, и все. И нам придется искать место, кстати. Найдем. Ого, нифига. Что-то я быстро уставать начал. Не забывайте, кстати, прокачиваться. Да, да, очки копятся. Лавы хомутится. Барабан крутится. Женек, что-то ты не спел нам ничего. Бля, он бежит за тобой, нихера? Бежит. Нет, он прям за тобой бежит, знаешь, вот прям... Бежать, сука! Он сам с собой бегает, по-моему. Ты не попал? Попал. Все, готово. Он встает, ну ладно, пофиг. Так, 50 метров, значит, вход здесь, да? Вот он вход. О, все. Он там... Что это и что это такое? И что это такое было? Почему меня перебросило куда-то? Это осел какой-то бегает. Это прошлый клиент. А что меня выкинуло-то? А ночь он перебрасывает. Бля, ночь закрыта же. Ай-яй-яй-яй. Я же говорил, что ночью не надо идти. Блин. Точно. Он отбрасывает. Смотри. Ни хрена себе. Да, нехило. Ух, ё. Что там было? Поговорить с торговцем. Где? Слушайте, надо дом искать, бля, херово. Хреново, да, надо где-то прятаться. Это давай точно построим себе хибару. О, давай, давай, есть компоненты? Бля, у меня же есть. Да, конечно. У меня тоже есть, хоп, погоди. Хоп. Хибару, я думаю, хоп, что мы хибару-то хоп не построим, наверное, хоп, целую-то уж. Сейчас все сделаем. Спокойно. Сейчас, Женя, все делается. Я тоже сделаю. Давай.
Да нам одной-то вполне. А я расширю, помогу. Второй этаж будешь строить, да? Все, я в домике. Ну, домик из двух стен. Это лучше, чем ничего, правда? Конечно. Да не, нормально, нормально, нормально. Так. Так, музыка заиграла, но это все фигня. Сейчас все будет, смотри, спокуха. Смотри, красота какая сейчас будет, смотри. Давай. Чирикс и... Удивили. Удиви нас. Давай. Удивили, вот удивили. Удивили, удивили, да. Памс. Оп, дверь даже сделал, молодец какой. Вся. Блин, давайте костер поставим, работает. Мне камней не хватает. Так, костер. А я могу. Мы знаем. Мы не сомневаемся, Жень. Просто у меня камней нет, я поставил бы. Но у меня есть еда. Можно приготовить. Да у меня еды полно вообще. Все есть, все, что ты пожелаешь. Консервов полно вообще всего. Да хрен. Зашибись дом вообще, на самом деле. Нормально, да. Только такой слабенький, да, немножко? Ну ничего тогда. Нормально. Во. Сейчас я еще крышу сделаю по-быстрому. Давай, давай. Так. А, ты так ставишь? Ну, крышу. Ты глядишь, ночь пройдет. Слишком низкий потолок, плоховато. Да ладно, что ты, клаустрофобия у тебя, что ли? Да нет. Нормально. Ну просто как-то так, стремно. А куда мы люстру вешать будем, когда-нибудь подумал? Давай как времянка для ночи. Да. Бля, перед торговцем палатку засандалили. Ну вообще красота. Ну что делать, что делать? О, шикарно. О, смотри, вот тебе, пожалуйста. О, надо костер положить. Блядь, там кто-то хмычет. Эй, он ломится, прям ломится. Женек, надо что-то улучшать, походу. Блин. Сейчас я отмудохаю, проще его пойду, да и все. Я один пошел мудохать. Ну а что делать? Давайте поможем. Вот и все. Я пойду отмудохать. Блядь, 20 хп, давайте как-то подкинемся. Я сейчас вернусь, да? Поэдуардимся? Поэдуардимся это как? Ты же говоришь, похилиться надо. Тонкий юмор. Пиздец. Так, ладно. Никто окно сделать не хочет. Зачем тебе окно? Окошечко вот тут, нет? Так, 8 банок. Нафиг мне 8 банок? Паркур собака. Интеллект. А, все. Паркур собака. Так, я качнулся нормально. Так, что по еде у нас? Я поел. Немножко. И что ты положил жариться? Котелок с этим, с грилем? Зачем? Котелок с грилем? Я ничего не клал. А, это что можно положить? А что сломали вот эту штуку? Это окно. Это окно такое? Жень, ты что, пошел окно? Да. Заебись окно, бля. Я не знаю, кто это сделал. Привет. Привет. Здорово, мне гамбургер, колу. Да, нам, пожалуйста, колу, гамбургер. Извините, пожалуйста, еще ничего не готово. Я приношу извинения от нашего заведения. На вынос, на вынос. Нам с собой. Ты что, дверь передо мной закрой? Я клиент, я всегда прав. У нас еда такая же красивая, сгоревшая, как вы, господин. Как Алекс. Как Алекс, и да. И как ты тоже, да. Как Алекс. Ой, беда. Обслуживать будем, нет? Нет. Не сегодня. Оба. Блядь, ничего не прокачивается, это говно вообще. Да. Жалко. Сейчас проверим. А долго... Давайте спальню сделаем. Надо траву пойти наултать. Вот. Оставим спальники, да просто до утра просидим, что проблема. А, разве можно? Конечно, мы так и делали же. Да? Ну да. Не помню. Что-то я... все помню. Да. Ну давай, спальник у меня есть, я сделал. Спальник, да, можно сделать. А внутри что-то не кладется. Как это, правой кнопкой все кладется. А, кладется? Прямо вот внутри, спальник. Да? Конечно. Эй, какой-то плохой звук. Не, не получится. Вот же, все кладется. Так. Алекс, не, где твой спальник? Жмите Е, чтобы подобрать. Нет, не влезает. О, а нет, идеально, все, бля, все идеально. Вот этот, Женя, твой поправь. Да, Женя, как... Да, ну не в костер. В тройничок такой, смотри, рядышком. Угу. Подожди, а он не ставится почему-то у меня. Может, это подрасширить? Ты вот немножко подальше отойди. Все. Во. А как-то можно было спать? Вы помните, мы как-то нажимали? Нет, нельзя вроде... спать. Как нельзя? А зачем? Мы же какую-то играли игру с вами, можно было ждать до утра. А спокойно. Это, видимо, не эта игра. Это не та игра, это другая игра. Да. Здесь спать нельзя. К сожалению. Блин, только 12. Может пойти подлутаться? Жень, что мы? Спальню поставили, Жень, умрем, здесь копаешь, появимся. А?
Ну, что, могилу, что ли, уже нам уже тут накапываешь? Ты что делаешь? Нет, просто пытаюсь понять. Ты подвал хочешь вырыть? Но. Видишь, как модно. Фига, что ты творишь? Ты что, ты, блин, вообще? Что-то разошелся же. Не вширь, так в глубину, да? Простор не было всем. Так пошли лучше дома полутаем ночью. Что стоит сиськи? Конечно. Слушайте, тут реально, блин, контейнер открыт. Блин, мне подлечиться, конечно. Грузовик открытый здесь. А ты уже внизу? Я уже внутри. Я уже внутри, блин. Я даже спросить не успел, ты уже внутри. Я уже в грузовике. Блин, канистру, блин, нашел. Есть чем подлечиться у кого? У меня есть. Наверное, у Алекса, потому что у меня какая-то шмандя всякая. Блин, скину тебе. Блин, меня кто-то мочит сейчас. Подожди, у меня тут у самого проблемы. Бля, я сейчас сдохну. А, Жень, это ты? Сейчас это использовать. Все, ребята, мне хана, зря я, блядь, семя оставил золотарника этого. Только зря, блин, сюда пошел. Семя оставил, да. Зря я сюда один-то ломанулся. Ой, зря. О, это я зря. Тут зомбарей. Да хера. Блин, Жень, дать бы тебе что-то, да нечего. Да вот, ну ладно, я уже как бы на поправку пошел. Вот всякое это да. Говно. Вот, блядь, ни еды, ничего. Зато у меня есть хлопок. У меня то же самое говно. Осколки так, стекла еще. Нахер, мне вот это все. Пиво. Свинцовое грузило. Я у спальника, ты посмотри. Я возродился. О, тут спальник. Рядом здесь пробежать можно. Угу, угу. Да, тебе вообще хорошо. Бегу. Ладно, Жень, давай поищем, пока Алекс бежит. Давай. А вдруг? Слушай, там какие-то страшные звуки, я что-то боюсь представить, что это такое может быть. Слушай, давай какое-то найдем еще место. Вот этот дом хочешь? Давай. Но он забором огражден. Аккуратно. Блять! А, это Женя, а это ты? Нет, это не я. Так, а чего вы там находите-то? Это она. А я вас вижу, я вас на карте. Давай, мы сейчас в этот дом зайдем. Во, красава. О, привет, так. Да, так, о, вы в какой хотите дом? Ой, наверное, в этот, да? Ну, блядь, давай не знаю. Давай зайдем. Такое. Вот через окно давай пройдем, здесь проще будет. Блок у вас есть? Поставьте ты блок. Есть. Со флажком. О! И долбимся. Давай подолбимся, давай. Настроение ахигао. А ведь Алекс до сих пор не знает, что это значит. Да. Я даже знать не хочу, честно скажу. Даже знать не хочу. Если ты узнаешь, тебе будет весело. Не хочу. Все. Тебе остать будет весело, интрига. Если ты узнаешь. Я боюсь, что... Ребят, заспамьте Алексу комментарии, что это, чтобы он узнал. Не надо. Завалите все ему. Мудозлон. Падай, ты что, обалдел, что ли, а? Блин, по 300 опыта просто с плеча вообще. 300 опыта. Тихо, такой дикий сзади. Смотри, какой он дикий, смотри, Женя, он быстрый. Ты дикий. Нет, вообще он одичавший. Ай! Смотри, как он быстрый, что, блядь. Что ли? Че, балдел? Кретинизм, смотри, а. Он встает. Я огурцы нашел. У вас течет кровь. Молодец. Покушай, обгоревший пришел. Ебать. Блять, вы что творите, мать вашу? Мне вот ружье неохота вынимать, потому что... Вынимать ствол неохота? Неохота, прям совсем. Пошел нахуй. Закрывай! Что вы делаете? Давай, мы делаем добро. Вы наверху, что ли, там? А вы меня подождете, где вы? Вы живучи, мы не наверху. Вы на втором? Мы на внизу еще пока. Нас тут мочат, знаешь? Так мне показано, вы наверху, где ты внизу. Я нашел сейф! Поднимайся, никуда не поднимайся. Не надо, подожди. О, все правильно, вот здесь. Закройте, вот здесь сейф. Да, все. Где сейф? А, вот сейф, да, действительно. На стене прям. Действительно. А у меня нет отмычек, нет. Так ни у кого нет. Олег, есть? Нету. Блин, кто-то ломится. Ты не находил? Нет, мы не было. Не находили. Пока не было. Слушай, к сожалению. Надо бинт сделать, я кровью истекаю. Надо. Тебе бинт скинуть? Да. А надо ткань, ребят. А вот ткань на окнах. Давай я тебе скину просто и все. Ткань на окнах где? Ткань на окнах. Ну, шторы висели обоссанные там. Ну нет, здесь шторы. Вот ломай. А, это ткань же? Может, кресло поломать, там ткань же должна быть, как бы. Нет, дерево дается, блин. Надо искать, надо какие-то, да, вот чемоданы. На тебе, я тебе скидываю бинт, на. О, респекта. О, так, используем. Может, в туалете бинты есть? Да я скинул. Так, сейчас проверим. Слушай, они там долбятся, блядь, не на шутку, я тебе скажу. Но мне уже лечиться нечем, так что имейте в виду. Блин, алоэ обоссанное, все. А, может, можно рецепт сделать? Бинт для оказания первой помощи, умение. А, у меня нет умения. Сок юки, вода, выносливость, давай.
Сукики. Все, похилился? Я, блядь, устал. Фактически. Я уже успел устать два раза, да. Потом выздоровел. Пивка бахну я, походу. Нормально, да? Нехило так. Вот это кайф, он пишет. Вы не прочь побуянить? Бля себя! Ёпта! Эй, тихо! Я убил ее. Открой, я убью ее. Так там еще одна. Один. Хуя себе, бля. Я бухой. Я крутой. У меня 12 хп, мне надо. Я бухой, а я крутой, да? Как-то так. Давай делаешь. Ну что, пошли вниз? Фу, а вы разве все смотрели тут? Ну, практически. Пора идти наверх. Не то чтобы все, конечно. Еще выше. По-моему, куда еще выше? О, сейф, говорю. Какая-то нычка. А чтобы подняться выше, тут выше уже некуда, по-моему. Что за картины? Ничего. Ладно, пошли, давай поднимемся. А как мы поднимемся тут? А блоками. Здесь, а здесь нельзя? Да, здесь блоки. Мне смотри, кажется, ну, есть, я могу сделать в каркасы. А? Сделай каркасы. 4 штуки сейчас. А мы сейчас пойдем. Так, покажи, где ты хочешь, с окна отсюда? Вон, вон, наверх, смотри, вон, на кровать. Ставь блок на кровать. Так. А, все, даже так. Видишь, там чердачело, да, вот. Интересно, да. Так, а тут уже ломаем давай. Да ебана мать, ты прыгнешь. Нет, сегодня! Аккуратно! Че, не прыгать-то, блядь? А. Застрял там опорожек. Да я еще поставлю, мне еще блок есть. Заебись поставил, блядь. И нахрен мы сюда шли. О, что? Во, практически, да. Тихо. Бей его. Не зря шли, тихо. Передо мной что-то упало. О, так смотри, люк открыт. О, нычка, я нашел нычку. Ух ты, нихрена, смотри. Нормально, да? Вообще все. Слушайте, а мы были вот там на Весгейн. Слушай, здесь вообще-то... Там какой-то на Весгейн. Весгейн Кремерии. Вот там мы не были, да? Крематорий, наверное. Крематорий не так вроде пишется. А как? Кремейшн? Калифорникейшн, блин. Используем от усталости таблеточки. Давай. Ну что там нычки? Мне кажется, что практически кончилось. Что вы больны не мною. Что мы что-то не нашли еще. А что мы не могли найти? Чемодан тут какой-то, а он пустой. А, пустой. Я один подошел, второй подошел, третий подошел. Так давайте еще, может, в дымоходе что есть. Вот, например, смотри. Заплесневелый рюкзак. Пожалуйста, еще винтовочка. О, да, да. Да, о, такая же, как у меня. На, Женек. Дайте мне одну такую. На, Женек. Ой, баба, это куда? Куда? Держи. Молодец. Вот мы уже при оружии, кстати. Мне кажется, или там на крыше что-то стрелять? Лежит. Чем она заправляется? Она заправляется патронами. Обычно, да. Какими? 7,62. Ой, как я разделить? Нашел гнездо. У меня... Давай. А как разделить? Я не знаю. Правой кнопкой. Вот, кому гнездо? Что правой кнопкой? Колесо. А, вижу. О, перья. На, держи. Я нашел перышко. У меня 6 осталось, у тебя 5. Ага, о, спасибо, 11 патронов, нормально. Так у тебя были, оказывается? Я нашел, видимо, да, я же говорил вам еще тогда. Так, ну что, давайте определимся, в какую сторону пойдем. Скоро пойдем к торговцу. Блин, тут ничего себе здесь город. Солнце красиво восходит прям. Здесь что-то вообще прям городишко, да. Надо к торговцу реально сходить. Может, на следующий, Сережа? Возможно. Может, мы... 168 метров. Давайте в следующий перейдем уже. До торговца-то. Давайте. Задачились там что-то конкретно? Задачились тогда, прям. Задумались, я бы даже сказал. Да. Если мы тут спустимся, мы не умрем? Мы умрем, я точно умру. Да, ты уверен? Первый, самый первый, это буду я. Ну мы же очнемся в спальниках, слушай. Ну, предположим, мы даже умерли, и мы очнулись у спальников, как раз у торговца. Как раз у торговца, какая нам разница? Здесь лестница была. А нет, я нормально. Я хорошо спрыгнул. Я спрыгнул. Бля, грифон! Ёбаный сыр! Шел отсюда. О, тут лестница, реально, смотри. Ага, да, ну, прям спускайтесь по крыше и все. Пошли, прям Олег. Спускайтесь по крыше и все. Пошли. Я уже на улице. Там курица. Что, балдел, что? Там же Олег стоял. Ага. Здесь война. Курица, это же мясо. Надо взять. Ну, вообще, да. Тут война. На, тварь. А он еще один сзади идет, блядь. Тихо, 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 у меня, блядь, перезарядка. Обгоревший пришел. Обгоревший? Тряпка, что? Да бинтик. Был цемент. Зачем мне был? Фига я цемент взял. Не знаю. Я тоже не знаю. Так, чего вы там лутаете?
Я тут зомбарей отстрелю, вы там лутайте. Ну что, время идти к торговцу или чего? Ну пошли. Пошли. Да, все понятно. Так вы хотите в этой серии к торговцу идти? Ну давай, он здесь, в принципе, все равно рядышком. Ну мы когда дойдем, уже потом перекатимся. Да, да. Чего? Я думаю, да. Я говорю, дойдем, потом перекатимся. Ну, в плане, в серию. Да, да, да. Все, тогда здесь прощаемся. Ну, мы еще не дошли. Ты так ломанул, что мы тебя уже просто... Мы тебя не догоняем, Жень. Слушай, я тоже не могу за ним, я не успеваю. Охренеть, он точно ломанул. Странно, я больной, главное, а вы не можете. Ты больной и так ломанулся. Ну, что ж такое, а мы вот... Так, хорошо, бумага мне не нужна. Мы здоровые, и этого не можем. Окей, ладно. Ну чего, тогда. Тогда здесь сделаем перерыв и продолжим уже в следующей серии. Давайте. Это был 7 Days to Die. Всего хорошего. Подписывайтесь. Пока-пока. Пока-пока.